Ну вот, друзья мои, выехали мы из Амбасели в Цаво, и жирафы переходят нам дорогу. А тут что-то третье как-то... Подумаю я еще. Третий еще думает. Вот такие приколы. У вас коровы, да? У нас жирафы. Коровки, правда, тут тоже есть, они переходят, и овечки, все тут есть. И третий пошел. Доброе утро, народ. А, смотри, ты еще едет. Ой-ой. Побежал. Смотри, умненький перебежал, да? Посмотри. Ой, а он может это? Смотри еще раз. Он играется. Да он прикалывается. Прикалывается. Эх, впереди планеты всей. Жираф из саванны. Ну, спасибо, конечно, жирафка сделала нам доброе утро. Ну вот. Вот весельчак. А он еще стоит такой, думает, ну что это такое? Доброго всем утра. Мы переезжаем из парка Амбасели в парк Цаво. И тоже будет много всего интересного. Не отключайтесь. Так, друзья мои, смотрите. Справа от нас это западная часть парка Цаво. Вест Цаво. Слева от нас Ист Цаво. Восточная часть. Именно этот парк мы будем смотреть. До отеля еще далековато, хотя мы уже трясемся 6 часов. А гид сказал, что здесь нельзя гулять ночью, потому что, ну, ехать ночью. Львы и слоны перебегают дорогу в большом количестве. Так что у нас большие надежды на Цаво парк. Посмотрим, что это такое. Народ, мы уже въехали в сам Цаво, и наш отель именно в Цаво, в самом парке. Как отличается от Амбасели, да? Более зеленый. Ой, я подпрыгиваю, простите, пожалуйста. Ну вот, наш отель конкретно в самом парке. Это восточное Цаво, потому что есть еще западный Цаво, а мы восточный. Вау, народ, мы в парке и уже в кемпинге. Вот он, Центрим Хотел и кемпинг Цаво. Ой, сейчас я вываливаюсь, извините. Боже мой, 7 часов сидеть. Ладно, сейчас Наташу вытащу. То есть, чтобы вы понимали, мы в самом парке. То мы были в Амбасели, мы въезжали-выезжали. В Найроби парке въезжали-выезжали. А сейчас мы живем в национальном парке. И все бегемоты, носороги, берегитесь. Хищники приехали. Это круто. Ладно, сейчас пойду покажу вам рецепцию. Я не знаю. А, наши чемоданы еще, в принципе. Так, вот он, Цаво Ист. Центрим Хотел Слонч. То есть мы в системе Центрим. Есть Редисон, есть Хилтон, есть Центрим. Hello, Jumbo. Jumbo. О, нам дают попить. Сейчас только кину, что мне нужно. Ой, у меня тяжелый ноутбук. Пока показываю вам отель, пока я закидываю свои вещи. Наташа закидывает. Да, сейчас я пойду за это, за обещание. А, чемоданчики еще же надо, чтобы сгрузили. Боже, я ходить не могу. Немножко. О, боже, ой. Фу. Классно, честно, в шоке. Такой парк, я вам показала чуть-чуть, он такой красный и очень много зелени. В отличие от Амбасели, очень отличается. Как же я отсидела свое мягкое место. Так, не поняла, мальчиков нет, то есть мы сами будем чемоданчики нести. Ну ладно. То есть я так и поняла, мальчиков нет, девочка нам будет нести. Девочке нужно хорошие чаевые дать. Не переживай. Молодец, ну она такая, ну нормально, донесет, конечно. Так, ну давай попьем. Давай попьем, зарегистрируемся и снова включимся. Ну, Наташ, попробуй, что это, да. Да, ананасик. Ананасик? Ананасик нам нравится. Все, нам сказали идти сразу на обед, потому что сейчас без 23, а обед заканчивается в 3. Поэтому любуемся зеленой территорией отеля. Сразу мы занесем, правильно? Я не знаю. Нам сказали идти прямо в ресторан. Сказали, что женщина занесет. А поэтому я зря забрала у нее ключи, что ли? Я не знаю. Ой, сейчас номер 3 будет. Номер 3, а был номер 4. А я у нее отобрала ключи, как ты сказала. Ну все правильно, в принципе-то. Зачем? Отбираем все ключи. Смотри, человек не ноет, а схватила подошедшую. Это не едет, это не. Так, бар-ресторан нам туда. А комнаты, я не знаю, короче, девочка нас ведет.
Может, нам до ресторана дотащит, тоже ничего. Боже, как зелено, как зелено. Наташа уже показывает. Ящеричка, ну я провтыкала, видимо. Мы едем к нам в домик. Ну, пошли. О, бассейн, территория. Прикольно. Ага. Не, надеюсь, мы покушать успеем. Знаете, из того варианта голодные как звери. 7 часов проехали, тяжело. Думали 5-6 часов. Делали остановки 10 минут и 5 минут. Немного. Тяжко. А вон ресторан, кстати. Не, мы уже в ресторан идем. Где-то здесь в отзывах кто-то писал, что можно сидеть и слюбоваться на саванну с животными. Где-то есть водоемчики, животные приходят попить воды. Так у нас возле ресторана прямо. Ух ты, елки-палки, у нас прямо возле ресторана. Ну, с одной стороны, очень много, наверное, шумно будет. С другой стороны, безопасно, бабуины, скорее всего, не придут. А хотя нет, придут. Это ж, в принципе, еда. Так, ну давайте сейчас. Кстати, можно дверь даже не закрывать. Сразу все. Вот здесь вот смотреть животных. Не понимаю пока еще. Так, ну вот что у нас здесь. Такая вот терраска снова. О, кровать прям. Ты прям спрятан, смотрите. Да, прям меня спрятали. Ух ты. Вот. Thank you. Ага. Так, значит, вот шкафчик. Интернет, сказали, работает только в ресторане. Вот водичка тоже. Даст нам еще, потому что одно. Ага. Смотри. Туалет отдельно. Кстати, классно, туалет отдельно, ванна отдельно. Ну, там прикольнее было куда-то вешать это, а тут негде вешать. Просто класс. Привет, народ. Фух, это мы уставшие. Ага. Полотенце, полотенце для ног. Красивая лампа. А здесь душ. Вот ты моешься, наблюдаешь за жизнью, жизнь наблюдает за тобой. Окей, да. Now we'll go to restaurant. Ну, вот такой вот домик кемпинг. Ага, вот смотрите, уже слона видно. Красавчик. И вот точка, это viewpoint, откуда смотреть можно. Ну, классно, потом поднимемся, посмотрим. Все, мы идем кушать. Ой, наш водитель тоже идет кушать, но уже у нас 12 минут до 3, но надеюсь, нас все равно покормят. Вот ресторанчик. Ну, такой миленький. Hello, Jumbo. Ага, ага, вот тут, наверное, как на все включено. Как я и предположила, что здесь надо все накладывать. Что за супчик у нас? Так это ж хорошо. Vegetable. Ну, прекрасно. Я себе побольше, тебе поменьше. А почему мне поменьше? Ты сказала один и половину. Откуда же знала, сколько это? Ну ладно, поешь. Так, что у нас здесь? О. Ага, бред, окей. Хлебчик. Тут сейчас мне девочка все пооткрывает, дай бог здоровья. Это рис. О, oh, yes. I want rice. Окей. Так, сейчас. Давай. Наташ. Наложь мне рисика, пожалуйста. Ну давай. Половник давай. Половник? Половник. Такие? Да. О, нормально, да. И картошки чуть-чуть. Две. Две картошинки. Попробуй. Вот есть. Овощи и, кстати, какая-то далмасала. Угу. Что-то прикольное. Далмасала. Что ты хочешь? А далмасалу мне ложку попробовать. Ой. Так, это что еще? Даже не переведу вам. Braised osubuka. Какое-то мясо. Не знаю, кто такой osubuka. И fish dry. А еще можно сделать пасту. Это биф? Давай бифа. Бифа чуть-чуть. А рыбку я не буду. Рыбку я закрою. Ты будешь рыбку? Да, наверное. Да, будешь тогда? Ладно, я не буду закрывать. Ага, и паста. Ну, вот такое нормальное меню такой. Мальчик такой прикольный. Все, будет на канале звездой. Все, давайте сейчас отнесем, покушаем. Попробуем, надеюсь, понравится. Как-то мы так приехали. Вот это реально...
бегом кругом все показали, считайте, и территорию, и номер, и обед в одном видео. О, кстати, там. Да, хватит. Вот есть манго, ананас, ага, ананасы, папайя. Ага. А что еще? Ух ты, кейки. Молодцы, что закрывают, кстати, маракуйка, вот уже, по-моему, там. Ага. И крем. Окей, thank you. And coffee, yes? Вон, кофе и чай есть. Ну, вообще прикольно, слушайте, здорово. Класс просто. Даже себе уже понабирает. А я, с вашего позволения, пойду уже попробую еду. Салатики, кстати. Наташ, салат есть из свежих этих. Мы не взяли их, не увидели. Колеслоу, популярный салат. И вот такой тоже классный микс салат. Наверное, себе его тоже возьму сейчас. И всякие соусы, все, что надо. Народ, включаемся. Смотрите, я салатика себе еще взяла. Вот. И перчик, и лук, и помидор, и огурец. Так, это супчик, насколько я понимаю, чечевичный вот такой. Или баттер. Овощной. Vegetable было написано. Мне он такой, как... Я чувствую перчик сильно. Посыпали хорошо. Ну, посыпали специями. Ну, вкусный. Да, овощной. Вкусненький. Так что тебе за мало возьму у меня? Хороший. Да ничего страшного. Скажу еще. Так, сейчас попробую вот эти вот. Мы не успеем обернуться, как будет уже это, да. Вечеря. Я смотрите, так набралась с голодного края. Рисик. Рис классный. Такой же пожаренный, только он уже еле теплый. Ну, прикольно есть, но видно, что уже нас ждали, подостыл. Да. А ты сняла, да? Да, теплый, классный. Не остренький, вкусный. Вот умеют они готовить. Картошка такая вот как-то не такая. Это как... какая-то, я не знаю, ангопол. Может, это батат или как он, я не знаю. Может, это не картопля? Вот? Нет, картошка. Картопля. Но они умеют ее готовить. Знаете, с краев пожарено, а здесь как вареная, не знаю. Ну, вот умеют ее готовить. Смачно, да? Вот такие стыковенькие. Так, а это я тебе говядина нашла. Пыталась без косточек, но там уж... Спасибо, ну, нормально. Как сейчас получится. Попробуем. Это вчера у нас была на ужине такая. Я не хочу поставить руку, но тут какие-то сведения такие. Знаешь почему? Говядина классная, мягкая. Ты знаешь, да? Очень мягкая. Таша мне хорошие кусочки выбрала. Ну, стараемся. Повышаем уровень. Ну, такой, в принципе, обед. А мое ты сняла, да? Ну, в принципе, я особо ничего не хочу. Взяла. В принципе, ты взяла такую. Я рыбку только взяла. Еще дополнительно вот рыбку взяла. И все. Говядину тоже. И покажем вам просто еще вид. А, и овощи. Я еще плюс овощи. Вот парные они даже. Они даже не вареные, никакие притушены. Ну и салатик мой вот такой. А, это не мой салатик, пардон. Вот мой салатик. Все. Еще потом подойдем, покажем. И шикарный вид. После обеда поднимемся обязательно. Нам на сафари надо. Смотрю с вами вид. Да. Думаю, еще мало животных. Но слона уже увидели, по крайней мере. Круто. Довольные покушали, да? И фрукты вкусные. Мы не туда идем. Ага, мы не туда идем. Поняли? А вот так, обходим. Мы сказали, Wi-Fi только вот возле... общественных мест. Нет, возле бара только вот. Бар и ресторан. Ну, как раз... ну, а что женщина сюда пришла и сидит? Кстати, видели, уже обезьяны гупали по крыше второго номера. Вот наш третий. Обезьянки скакали там. Наскакались, видимо, пока мы кушали. Прикольно, все так зелено, так необычно. Наташа говорит, уже где-то попы слонов видела. Ну, как и обещали, сейчас взберемся, покажем вам обзорную точечку. Фу. Прикольно, деревянные ступенечки, огорожено заборчиком. А, да, классно вообще. Тут очень большие птицы летали с большими крыльями, но их зафиксировать на видео вон, тяжело. Вон они сидят. Вон они под деревом, они сидят. Кто же вы такие? Не знаю, по птице секретарь, но она не летает. Не знаю, так высоко она не летает. Опа, иди слоны, вон слоны. О! Два слоника. Сейчас вот они. Но это метров где-то 400. Ну да. И это красный слон, да? Вот, сейчас, подождите. Он как, вот она как так, оп, земли. И вот. Села. О. Это не эта птица, наверное. Другая, но тоже парит красиво. Я, может, это и они. Ну вот, смотрите, выходишь, смотришь, как животные сюда приходят и пьют. Я так поняла, вода должна быть в этом рву. Ну да, нет, вот, они переходят там, наверное. Они вот же вот, специально... Из этого маленького болота. Да. А, все, понял. Мы сделали водопой. Ага, ну молодцы. Молодцы работники отеля и
животным хорошо делают, и туристам. Вот забор, кстати, видите, огорожка. А вот уже наши домики. Это электричество, это забор. Ну вот такое сегодня видео. Мы добирались до Цаву, мы показали чуть-чуть Цаву, мы показали наш отель и даже еду в нем.